Да, привет, Стас. Синие столбики, да, валидаторы на снегирях уже стоят. Вот, но я что-то пока не заметил, пользуются ими или нет. Вот, проехала одна электричка на Москву. Вот, я ее снял на отдельный видос. Вот, сейчас, я так понимаю, ждем электричку из Москвы. У меня перестала работать трансляция в Ютубе с мобильного телефона. Он мне постоянно пишет, не удалось подключиться к сети. Он мне это постоянно пишет, пишет, пишет. Вот, я пробовал несколько раз, вот и сегодня, и несколько дней назад, на той неделе, пробовал подключаться к трансляции на Ютубе через VPN. Но это жуткая картина. Это жуткая картина. Огромное количество лагов. Картинка поганая, звук отвратительный и так далее. Вот. Если ты все еще здесь, Стас, ты мне можешь в чат что-нибудь писать. Можем какие-нибудь моменты обсудить, типа там ласточки в Абхазии и так далее. Скажем так, будет такой импровизированный эфир. Но меня при этом не будет видно. Так, пока что-то к столбикам никто не подходит. Что касается трансляции на Ютубе, этот снег мне запорол прямое включение с выставки ретро-вагонов. Я сейчас на даче, так что буду бегать с компа к грядкам и обратно. У тебя там уже раскопочный сезон, я так понимаю, начался, да? Ну окей, не вопрос. Не вопрос. Слушай, я так понимаю, что YouTube. А в свете событий всяких разных, ну, мы понимаем, о чем мы говорим. Вот, запорол YouTube мобильную трансляцию для пользователей из России. Вот, и теперь с мобильника нельзя включить трансляцию именно на YouTube. Вот, кстати, вот видите там товарищ, это девушка, блядь. Короче, вот негабаритный груз по правой стороне идет зимних штуках на ногах. Это зимние какие-то вещи, вот, которые должны греть, когда на улице минус 20, блядь. Вот. Она в них сейчас идет, на улице плюс 20 или плюс 25 даже. Вот. Что еще заметил? Пока был перерыв. Вот, пока был перерыв, в электричках проходили две школьницы. Там первый, второй класс, наверное. Вот. Из Средней Азии, явно. И на русском они не разговаривали. Вот. Меня это несколько напрягло. Вот, местные жители уже подошли. В ожидании электрички. Не очень понимаю, что такое стоит на лавочке, что за устройство. ЗИЛ 130. Отвечаю, да. Вот. Если честно, я очень зря выбрал станцию Снегири для съемки. Вот. Потому что здесь исключительно только пригородное движение. И там ни грузовых поездов, ни одиночных локомотивов, следующих резервом и еще что-нибудь здесь особо не поймать. Вот, но я как вижу, за кадром
катится помойка. Вот, и катится помойка на Москву. Из Москвы еще ни одного поезда не проследовало по станции Снегири на данный момент. ЭП-2018 вашему вниманию представляется. Прошу как минимум один ТР. А, вот. И, как вы можете наблюдать, две средние секции электропоезда отключены, пантографы опущены. У меня вопрос... Какая-то неадекватная женщина меня сфоткала или что-то там. Вот, не знаю зачем. Вот. Короче, вопрос к знатокам. Я стал замечать в последнее время, зачастую на ЭП-2D, что средние секции моторы, у них пантографы положены. С чем это связано? Я не понимаю. Расскажите мне, пожалуйста, специалисты, товарищи из ЦППК, кто-нибудь, пожалуйста, ответьте мне на этот вопрос. Вот, но тетка, если это выложит свой сельский паблик, в принципе, мне добавит популярности, мне, на самом деле, если честно, параллельно. Вот, предлагаю поделиться этой трансляцией у себя в социальных сетях, рассказать об этой трансляции друзьям, знакомым и подписаться на мой канал в ВК, в Телеграме, на Ютубе, чтобы наконец-то уже добить 400 подписчиков. Я, если честно, в последнее время особо каналом не занимаюсь, нет времени, если честно. Вот реально нет времени, вот, потому что работа, работа, работа. Вот, но иногда врывается выходной, в который я могу куда-нибудь поехать, что-нибудь поснимать. Вот. И пока единственное, что я могу поснимать, это вот как раз трансляции из серии «В пути» и из серии «На местах». Вот. Сейчас, как вы можете понимать, снимается трансляция «На местах» по станции Снегири Рижского направления Московской железной дороги. Вот здесь прекрасный свежий воздух, здесь тепло, хорошо. Зелень, как вы наблюдаете, уже вовсю кругом. Вот. По правой стороне есть две прекрасные сосны или пихты. По-моему, это пихта, если меня память не изменяет. Очень красивые, хорошие хвойные деревья. Вот, хвойные деревья я люблю. Вот, а пока мы ждем следующий электропоезд.
слушай, Стас, да, вот насчет дачного, кстати, на киевском направлении, да, очень похоже, да. Абсолютно с тобой согласен. Вот. Единственное, что отличает станцию Снегири от платформы Дачная, это тем, что Снегири — это станция, а Дачная — это платформа. Вот, могу даже показать. Вот у нас, видишь, вот, получается, под платформой там где-то лежит первый путь. Соответственно, на кадре вот третий путь. И далее идут два подъездных пути, которые уже 100 тысяч лет никем не используются. Однако сигнализация обновлена. Светофоры стоят новые. То есть не вот эти советские, которые там с овальными этими штуками, вот, а уже новые. Вот. Однако подъездными путями никто не пользуется. Вот. О, Дима Корчагин, привет, как дела твои? Пиши в чат. Я тут отдыхаю на станции Снегири. Жду какую-нибудь помойку из Москвы. Потому что на Москву уже две проехало, вот, надо дождаться ветру из Москвы. Так, ну Димас, по-моему, отвалился. Ну ладно. VL80 на Кубинке. А что он там забыл? У нас Кубинка на постоянном токе. Станция. Наверное, на ремонт гнали, да? Так, паблик техника железных дорог пишет про то, что некое АО Барнаульский вагоноремонтный завод что-то там сертифицировал. Вот, но прочитать не могу до конца. Или я просто не разглядел, потому что ехали довольно быстро после отправления со станции. Стоял с составом. Но если стоял с составом, то, скорее всего, все-таки это VL-10, потому что, ну, Стас, ну, тебе ли не знать, что Кубинка на постоянном токе. Опять ветро катится на Москву. Вот очередной коренной житель Бурятии, по-моему, идет из школы. Вот, ничего не понимаю. Вот, короче, опять очередное ветро катится на Москву. Надеюсь, что оттуда уже не выйду шизанутые тетки, которые будут меня снимать или фотографировать. ДВД 052, ваше внимание.
Вот, как вы можете наблюдать, на EP2D052 положена только вторая моторная секция с хвоста. Вот. Мне кажется, все-таки что-то связано с либо с экономией электроэнергии, вот, либо с проблемами в эксплуатации. Хотя последнее очень маловероятно. Вот электропоезд следует до станции Стрешнева. Тут на одном форуме, пишет Стас опять же, тут на одном форуме вычитал идею о том, что для того, чтобы борьба с графичками на ЖД была эффективнее, их надо приравнять... А зачем? Может быть, тех, кто придумал эту идею, приравнять к таким товарищам? Мне кажется, это будет намного эффективнее. Энергию экономит. Слушай, скорее всего, наверное, энергию экономит, вот. Но просто, насколько я знаю, количество положенных пантографов влияет на ускорение электропоезда при отправлении со станции. И, соответственно, также влияет на торможение. На его эффективность. Ну, типа, если их приравнять, можно усилить охрану и впаивать им реальные сроки за прочее имущество. Ты не забывай про состояние подстанций. Ну, слушай, состояние подстанций... мы с тобой в свое время, по-моему... обсуждали только состояние подстанций именно трамвайных, вот. С железнодорожными подстанциями, если честно, я на данный момент не особо в курсе, если честно. Вот. Типа, хорошо с ними там все, нехорошо и так далее. Вот. Но, может быть, и так. Просто, понимаешь, история как бы такая, что... они почти почти 5 лет ездили типа на всех пантографах, и все окей, а тут у них внезапно, видите ли, экономия энергии и подстанции вышли из строя. Ну как-то странно. Не? Тут Иволги ночью по Октябрьской дороге катали графиком по МЦД, они положили подстанцию со снятием напряжения. Слушай, на Октябрьской дороге вообще-то ездят сапсаны, блин. Они явно не 2 ватта потребляют в час. То есть, ну, и не, им не 220 вольт надо. То есть сапсаны гоняют, летают, все окей. А Иволга проехала и все положила. Не знаю, что, мощнее сапсана, что ли, или что? Прокомментируй, пожалуйста. Может быть, я что-то не очень разбираюсь в энергоснабжении. Потому что я на энергоснабженце, если честно, не учился. Я как бы без приколов, я серьезно как бы говорю. Может, я реально что-то не знаю.
Да, у Сапсана имеет более слабое ускорение, и если ездить и не ездить с остановками каждого столба. По итогу они потребляют меньше электроэнергии, так как наибольшее количество энергии именно на пуске и разгоне. Слушай, до этого я уже не додумался почему-то. Да, ведь реально, Иволга же постоянно тормозит и разгоняется. Естественно, конечно. Но слушай, то есть получается, что Иволга мощнее Торжков? Ну, это и так, естественно, понятно, что она мощнее Торжков. Но что делать тогда в таком случае? Блин, они собираются там уже к осени что-то там запускать. Какие-то непонятные МЦД. Какие-то непонятные аббревиатуры. Я так, конечно, злые шутки. Вот. Какие-то непонятные вот эти штуки запускать. Вот, и... Что, опять обсер ждем, что ли, или что? Потому что мы прекрасно помним. Прекрасно помним запуск так называемого МЦД-1 и так называемого МЦД-2. И что из этого вышло? Вот. Я боюсь, что здесь будет то же самое. Совершенно верно. Мощнее что делать? Переоборудовать подстанции. Ну хорошо, а переоборудовать подстанции. Но это надо, блин, это время нужно. Ведь подстанция это не одна на Казанке и на Октябрьке. Она же не одна, их дохера по-любому. Как минимум по 2-3 на каждое плечо. Вот. И это время нужно. Потому что при этом всем... Нельзя останавливать движение поездов и так далее. Вот. То есть можно какие-то ужимки там сделать, да, перекрытие, там еще что-то там изобразить, придумать. Вот. Но ты же не будешь перекрывать нахрен всю Казанку и Ленку для того, чтобы вот подстанции новые запилить и там его гоняли. Вот. Потому что зачем это надо? Вот. И я наблюдал, что вот Покровско-Стрешневская подстанция, вот, ее переоборудовали все-таки, постепенно. Вот, я надеюсь, что здесь... У них на переоборудование подстанции есть еще 3 месяца. Ну, знаешь, 3 месяца на переоборудование подстанции, а ты уверен, что этого времени вообще хватит для... такого рода действия. Если сейчас возьмутся, то успеют. Но ящик пива я на это ставить не буду. Ну, в смысле, спорить даже. Как бы окей. Будем наблюдать по факту. Получится у них, не получится. Как бы как пойдет. Вот. Потому что других моментов как бы для... подготовки так называемых диаметров у меня других предположений, каких-то идей и прочего в голове не наблюдается.
Вот, пока у нас по станции Снегири тишина. Вот, ничего не едет. Так, пока что ближайшее время поездов пока не наблюдается, вот, так что я думаю, что на этом пока эфир по станции Снегири закончится, вот.